Несколько лет назад познакомился с одной девушкой в социальной сети. Мы с ней просто болтали по телефону, никаких встреч. И вот однажды вечером она мне звонит и говорит: муж подал на развод. Я говорю: а что случилось? Ну вот, говорит, после корпоратива обнаружил, что трусы порваны. Я говорю: ну и что ты хотела? Понятное дело, что развод. Ну как же так? Измены же, говорит, не было. Я говорю: откуда взялись порванные трусы? Это, говорит, коллега меня провожал, мы до 4 утра целовались в машине, и он в порыве страсти порвал мне трусы. Я говорю: ты вообще себя слышишь? Ну проникновения же, говорит, не было. Я говорю: какая разница, было, не было проникновения? Ты вот этим своим действием, не тем, что ты в машине поехал, а тем, что тебе было плевать. Муж ночью тебя ждет, что он думает, что чувствует. Ты показал ему свое презрение, и он это понял. Кроме развода ничего уже тебе ждать не приходится. А как же дети? Я говорю: слушай, а почему ты сейчас про детей вспомнила? Почему тогда про детей не помнила? Я говорю: помнила. Я говорю: ну вот, за любую глупость приходится платить. И она говорит: мне себя не в чем упрекнуть. Что он себе там думает, это не важно. Я себя не чувствую виноватой.